Кстати, мы акулу убили, что мы тупим? Поплыли быстрее. Да, кстати, пока возможности есть. Пока ее нету. Ну, смотри, реально, пока что... А, нет, она сзади нас, а она меня кусает. Всем привет, ребят, с вами Илюша, и сегодня я не один, я сегодня со Славиком. Да, ребята, всем-всем приветики. Продолжаем играть в игрушку под названием Raft, и вот такой у нас уже плотик, небольшие у нас запасики всяких там продукций. И в итоге смотрите, что у нас тут есть. У нас тут есть островок, на который мы обязательно проплывем, да? Сейчас прямо поплывем, давай, да. Мы, короче, бросили якорь, тут уже небольшой такой плот построили, грили вот этих вот поставили две штуки, да. Сундук, грядка у нас даже есть. Сейчас давайте мы вот быстренько все поставим, чтобы у нас готовилось, и поплывем. На вот этот вот замечательный островок. Воу-воу-воу. Че, акула? Ой-ой. Упал? Да, а что за фризы в мультиплеере? Я не знаю. Так, ну что ж, что там, поставил, да? Че-че-че. Да, мне нужны доски, положи сюда доски. Сейчас я сюда положу. Кстати, мы акулу убили, че мы тупим? Поплыли быстрее. Да, кстати, пока возможности есть. Пока ее нету, поплыли. Так, ну смотри, реально, пока что. А, нет, она сзади нас! Ай, она меня кусает. Живой? Да. Слушай, а кстати, можно на плаву от нее отбиваться. Можно ее даже вдвоем зафигачить как-нибудь. Так, о, ну, все, здесь вот заплыв вот здесь. Отлично. Всё. Я пока что акулу даже не вижу. А как дальше? Взбираться? Так, смотри, фигово. Может так, быть... у меня есть топор, подожди. У меня есть топор. Давай, может, срубим дерево? Рубится? Да, доска, пальмовый. О, этот кокос мне выбился. Оу. Отлично. Прикольно. Давай, короче, тогда обплывем этот остров, потому что негде тут забраться. И мне нравится то, что тут есть даже кораллы вот рядом с островом этим. Так, я что-то нашел, смотри. Это что вообще, подожди? Это... Ой, ё-моё, опять акула меня жрет. Это какой-то глушак вообще. Забраться где? Мы не можем забраться. Угу. Короче, этот остров тогда отпадает. Короче, этот, видимо, остров, да, к нам не подходит. Так, а где наш плот? А, вон он там. Я, короче, на плот поплыл, потому что... У меня уже я меньше тоже, половины хп. Ой, акула, господи, ты заколебал. Я сейчас буду мочить. Сейчас. Давай, чтобы она на меня согрелась. Угу. Так, ну смотри, она уплывает. И на меня заворачивается. Я ее лупанул. Живой? Нет. А, нет, ждет спасение, ждет спасение. А как? Как спастись, интересно? А, я тебя нанести должен, ё. Да, вижу, найти... кстати. О, ребята, да что такое? А! О, все, запрыгнул. Живой? А, кровать нужна, подожди. Кровать нужно сделать. Так, ну, все, что делать? Нести, положить. О, я заснул. И чё? Нажмите любую клавишу. О, все, отличненько. Теперь. Все, фул хп? Не, не фул. У меня. Ну, короче, ну, типа ты, короче, сейчас отрегенишься. Да. Стоп, интересно. Нормально. Реген у меня идет, но я не понимаю, он идет, когда я лежу или когда я. Ну стою. ты поешь, у тебя регена будет больше. А, он все, он, короче, у меня просто так идет, даже если я стою. Ну, значит, я. О, я акуль вот эту вот штуку съел, которая вывалилась, типа. Короче, мясо акулы. И очень много еды восполнилось. Угу. Так, водичка у меня какая, ребят? Я не помню. Ну, надеюсь, у меня это нормальная водичка, не соленая. Так, кстати, заметила то, что у меня вообще практически нет ресурсов. Из досок имеется в виду. Сейчас, короче, буду. Так, ну давай, да-да-да, надо нам реса. Так, бочечка, отлично. Сохранять мир надо, давай сохраню, может, его носить, пожалуйста. О, кстати, мне еще один чертеж выпал. У меня там есть тоже один. В итоге у меня приемник и антенна какая-то, да. Так, ну что ж, короче, надо досочки, я думаю, доложить везде. Вот тут картошечка жарится. Вон у нас еще одна бочка плывет. Угу. Ты пока ее возьми, а я сейчас водички наберу. Так, нормально. Ну что ж, пока все жарится, надо реально нам добывать ресурсы, потому что как-то все-таки надо развиваться. Я еще рыбов поймаю. Угу. А у меня кокос, что с ним делать? Вот я, кстати, не знаю, для чего он тут нужен. Его, может, расколоть, типа, надо? Угу. Ну, короче, остров вы видели, очень высокий, нужно, типа, искать низенький остров. Да. Но обычно на островах бывают даже какие-то цветы, синие там еще. Там цветы, какие-то. Арбузы я видел на ютубчике. Намного, короче, всего я такого видел. Угу. Так, у меня есть еще рыбка. Кстати, приготовь заранее этот якорь, чтобы нам. Да, сразу сделаем, же... сделаем. Так, пока что добываем пластик и всякие дощечечки. Вот доски, смотри, сколько много. Угу. Так. Ага, только одну при этом смог я взять. Я тоже. Так, еще одна. Что-то, блин, островков я не вижу. И плато. Да, приплывем. Ну, нам надо, да, нам надо либо остров, либо плот обязательно. Угу. Слушай, у меня уже больше половины хп восстановилось. И до сих пор реген идет. Отлично. У меня фул. Мне нравится, как анимация сделана того, что ты меня прям нес, это четко прям видно. Такого раньше не было. Угу.
Смотри, вот я сейчас гребу. Вообще скорость увеличивается или поворот там? Да, увеличивается. Как интересно. Ну, греби, греби, греби. Как интересно гребсти. Интересно, типа, поворачивать там. Вот так, наверное, по идее. Ну да. Ну ты нас как-то куда-то вообще не в ту сторону. Да. Давай туда куда-нибудь. Да, кстати, там ресов практически нет. Надо вот наоборот в сторону ресов сейчас поплыть. Во! Да, я вижу плот, почки. Я вижу плот. Вижу тоже. Отлично. Вот, боковым зрением вижу. Да, да, сейчас залутаем его. Так, а мне пока что надо. Ну, давай пробуем. Покушать. Что, якорь делать? Так у меня на якоре есть ресы? А я думаю, можно, короче, просто это вплавь быстренько. Кто-нибудь один из нас. Можно, в принципе, да. Так, водичка. Ну лучше с якорем, а то вдруг. А если наш плот уплывет, что мы вообще будем делать? Типа новый быстренько строить или как? А я, кстати, не знаю, мне кажется... Так, подожди, где якорь, где якорь? А где... Я забыл, где он. Ты пока там ищи, а я сейчас это, еще. Мокрый кирпич, вот, я нашел разовый якорь. Ну, мне веревки снова надо, сейчас сделаю. Угу. Так, ну, в принципе, якорь готов. Так, ну давай, ставь его, потому что... Что-то этот все-таки плод далеко. Так, нас акула жрет, получай акула. Так. Все, отличненько, не успела, короче, что, съесть нас сделал, плод. Я сделал. Так, все, поставил? Ставь. Ну, что, ставить? И да, поплывем? Да. Угу. Короче. Так, ну давай. Чаще, у тебя фулл хп, да? Да. Ну, короче, тогда поплыви ты, потому что у меня еще не установились до конца. Ну, все, вроде. Я пока что тресиками займусь. Так, отличненько. Славик поплыл. А вот где у нас акула? Да. Блин, реально, конечно, это четко сделано. В плане того, что реально спасение есть там. Кстати, я вообще не вижу. Два якоря, типа, если бы сделать, этот быстренько плот остановил, и всё. Знаешь, что, Фишай? То, что акула именно на меня агрится. Ты поплыл, она даже к тебе вообще, ну, не пристала. Как только я нырнул, она сразу на меня поплыла. Тут фигня. Не было сундука, да? Был, но там, ну, немного выпало всего. И смотри, ты только на нем побывал, он сразу же затонул. Тут так, типа, сделано. Так, акула на меня. Так, может быть, я ее отагрю как-нибудь? Так, да лук. Ладно, не надо. А я ее лупит. Блин, кстати, чё мы тупанули-то? Я мог бы веслом доплыть до оттуда и не использовать якорь. Да ладно, он уже уплыл. Все нормально. Угу. Ну ладно, давай тогда снимай. И дальше продолжаем набирать ресы. Чертеж новый у меня какой-то. Еще один чертеж. Че дальше будем делать? Надо бы попробовать поставить рабочий стол. У тебя есть доски? Не, ещё? На вот эти штуки больше мы не будем останавливаться на плоты. Они того не стоят. Угу. Так, доски, ой, этот рабочий стол. Сейчас, сколько, что он там? Доски нужны, мне чисто. Еще 12 досок и готово будет. А, еще. Давай 12? Доски фармить. Давай. Где, блин, бочки? Нам нужны бочки. Греби, короче, угу. В ту сторону. Так, сейчас погоди, водичка. Срочно. Иногда какие-то фризы у меня появляются. В мультиплеере именно. Не знаю почему. Ну, надеюсь, разработчик пофиксит это. Так, куда нам плыть? В какую сторону? Прямо, да? Ну вот туда, да. Вон бочку я одну, кстати, вижу. Угу, я тоже. О, фига себе, грибу вообще капец. На самом деле быстро это все происходит. Так, сейчас поближе к бочке вот так развернусь. И, кстати, сборщики раньше были, а сейчас я их вообще не вижу. Можно было спокойно поставить сборщик и даже, ну, не брать ресурсы с помощью вот этого крюка, а в сеточке их находить. А, сборщики, да. Сейчас просто что-то приходите куда-то они пропали, да. Их нету сейчас. Нам можно добавить еще. Угу. Так, ну что ж, к бочечке приплыли. Осталось ее поймать как-то. Ну что, крюк достанешь? Есть. Да, все, отлично. А ну или даже не надо. Так, ну смотри, хлам, доска и пластик. Сколько там тебе досок не хватает? До рабочего стола 12. Ну вот, я, короче, тебе 11 кидаю. Уже 10. Все, вот хватит. Да, отличненько, короче, крафт. Все скрафтил. Да, и сейчас будем тестить его там насчет чертежей. Подожди, где он? Вот он, рабочий стол. Я ложусь и чертежи и просто изучаю. А, вот, и типа добавляются. Оу! Тут просто куча всего. Ложи туда и нажимай изучить. Так, ложись. И все. Еще, так... кстати, одна бочка плывет. А, вот, положить. Так, ну господи, давай, во, все. Положить. А, нет, стоп, я лег на кровать. А ты можешь как-нибудь передвинуть этот стол? Куда поставить? Сюда. Да. Нормально? Угу. О, 4 бочки, слышишь, на нас плывут. 4. Фига себе. Вон слева одна и 3 справа. Давай их будем брать. Так, изучено. О, теперь мне табличка доступна. Так, а это что у нас?
Четыре бочки, давай, это важнее сейчас. А, там четыре бочки? Четыре бочки. Слева одна, и вон еще три. Сейчас я эту возьму уже. Так, я пока что сейчас по-быстренькому как-нибудь к ним подгребу. Бочечкам. Да не надо, не надо ускоряться, не надо, то мы их все всрём. Так, я пока что вот эту центральную возьму. Так, ну, давай. Смотри, я просто в миллиметре промахнулся. Сейчас я ее возьму. Ну, я еще и листок подобрал нормально. Чё-то о, сколько ресов. Акула там плавает. Сзади? Вот пластик. Да, вижу. Не знаю. Где-то здесь. Так, сурозный профиль. Да. Короче, ну, пока что все очень даже хорошо идет. Да, в плане ресурсов и еды у нас прям замечательно все. Только жалко, у меня мясо акулия кончилось. Надо порыбачить тогда немножко. Блин, наживка для акулы, то есть я полноценно могу на какую-то наживку поймать акулу. Даже убивать ее не придется. Ее отпугивает, просто. А, да-да-да, понял, понял. Так, ну давай, рыбка. О, все. Сырая зубатка. Чего? Смотри, ты видишь это? Это типа сом. То кто-то называется. А почему вот этот водосборник не работает? Блин, не успеваешь реально следить за вот, вот этими. Я тоже, оно бывает как-то непонятно там. Оно вообще работает, не работает, что вообще делать? Водичка немножко так быстро кончается, это вообще сделано? Жесть. Вот, здесь надо досок подложить, вот это вообще сложно за этим всем следить. Вот у меня есть зубатка вот эта. Но как ее положить на гриль, я не понимаю, потому что она типа слишком большая и пишет, это сюда не подходит. Ну значит это вообще не для этого. Ай-яй, акула, ого! Вот это жрет меня. Ну-ка, я хочу ее попробовать в воде зафигачить. Ты зачем? Не надо. Сейчас я снова спасать придется. Смотри, я ее, короче, ударил в этом в воде, и она уплыла на дно. И... Да, ай-яй, теперь меня лупит. Она меня укусила, и у меня даже это, не отбавились жизньки. А, сундук, ой, не сундук, а бочка, бочка. Лови ее. Все. Главное вот эти бочки не пропускать. Вон, кстати, там еще пум плывет. Да, еще плывет, одна или две даже. Две бочки у нас. Так, вода, давай ставь. Короче, занимайся, так, положим сюда. Надо воду, воду. Бочка, ай, вот она. Я случайно соленый выпил. Так. Это плохо. Доски нету, блин, надо, короче, ресурсы добывать. О, смотри. О, сколько ресов. Там две бочки взял. Там камни какие-то впереди. Это бочки. Ой, эти не бочки. Короче, скалы цистерны, какие-то. Канистры. А, это про это? Да, вон там. Вижу, да, по-моему, что-то такое. Остров, видимо, какой-то. Так, ну что ж, продолжаем, короче, ресурсы добывать. Выживать. Блин, так, хочу уже акулу убить, да. Я думаю, когда она сейчас начнет на нас нападать, это будет просто для нее последний раз. Да. Просто камни. Ну чё, акул, будешь на нас нападать-то? Нет. Не хочет. Так, надо, короче, везде, да, подложить эти. Да я картошку положил. Может, картошка тоже нормальная будет. Ну, картошки не так много, я просто имел в виду, что надо подложить досочки. Так, водичку, водичку. Выпить. Чё на... Смотри, у меня тоже такое бывает, что я подхожу, а у меня просто тупо не ставится. Возьми пресную, вот. Возьми пресную. Блин. А, вот, да, тут уже пресная уже была, точно. Я случайно вот соленый выпил. Всё, нормально. Нормально. Так, сейчас с кокосом делать? Съесть его можно? А, не! Знаешь, что надо было сделать? Чё? Тут кокос, короче, можно было посадить в грядку. А, только не в эту, точно. Там в другую надо было садить. А, ну ладно. Побольше она. Да, мы сейчас еще все равно будем как-нибудь на остров высаживаться. А, у меня копье сломалось. Акула? Да, сейчас, она сейчас. Все слопала нам этот. У тебя, ну, есть ладно, эта кьянка? Кто-кто? Ну, вот этот молоточек, чтобы строить плот. А, есть, 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 да. Да, построй эту одну штучку. Где тут? Блин, конечно, так крипово, на самом деле, ночью плавать в воде. Тут вообще так темно. И акула плывет! Так, тихо-тихо-тихо. Фух, успел. Фига себе, вовремя. Она тебя чуть ли не исхавала. Да, вообще вовремя. Запала. Так, налить жидкость. Бочки нужны, бочки нужны. Да, бочка что-то вообще не густо у нас. О, снова рассвет начинается. И на нас еще один плот плывет. Плот? Да. Че, может, я подгребу, да, к нему? Ну давай попробуем. Типа, этот якорь не будем тратить, просто подплывем, да и все.
Так, здесь почините, ну давай. Блин, жалко, что тут нет. Зажать нельзя, чтобы я просто тупо плыл. Приходится вот так. А надо увеличивать плот, надо увеличивать его. Угу. Ну и строить уже можно второй ярус там, допустим. Все, вот да, ты шо, какой второй ярус, на срезом нет. Ну да, блин, еще конечно, долго выживать. Без сборщиков плохо. Ну, кстати, я думаю, если чертежи опять изучать, может быть, у нас появится. Может, кстати, они там есть, да. Да, у меня, кстати, один чертеж еще не изучен, надо бы его изучить. Так, плот, давай еще к тебе подплывем. Так, ну давай тогда я к нему сгоняю. Давай. Посмотрим, что там. Да, вместе прям можно. Ну да. Хотя... Смотри, ну... прям такой одинокий 2 на 2 плот. Так, ну, у меня фул хп бы был. Так, ну давай. Ай-яй-яй, акула! Акула! Блин, у меня даже копья нету. Так, что там? Все взял. Болты и хлам. А, ну смотри, это, кстати, неплохая вещь на самом деле. Хлам редко выпадает. Воу! Поэтому нам пригодится. Блин, светло, как четко вообще. Когда темно, ну, неудобно как-то играть на самом деле. Особенно без факелов. Не, картошка маловасень как-то восстанавливает. Ну да, я говорю. Угу. Так, надо сейчас... рыбу ловить. Сейчас, короче, изучим вот этот чертеж. А я не понял, как его изучать-то? Просто тупо ложишь и все? Ложишь и изучить. А, тут у меня... Ложи написано... там в верхнюю самую ячейку и изучить. Да, у меня пишет уже изучено. Минус тут. Удочка. Надо удочку еще одну сделать. Вообще прям все-все-все заканчивается. Угу. Так, где удочка? Вот она, удочка. Веревка и это, и доска. А, вот все, короче, изучил. А что мне еще доступно? Ну вот доски нам нужны. А досок что-то вообще, ребят, нету. Вон там... Ты, кстати, плыви, ты-то не туда вообще поплыл. У нас вот рельсов почти нету. Стоп, какую в какую? Вот туда, видишь? Справа там вроде они. Угу. Что-то вообще они все куда-то пропали. Где ресы? А, вот, плывут на нас. Ну, короче, тут, походу, как-то игра подстраивается, типа, куда ты выплыл. Ну да, я тоже так думаю. Я не знаю. Типа, тут же оно одним направлением идет. Угу. А если мы проплывем куда-то, то, типа, игра пока их сгенерирует, пока они нас доплывут. Что-то на островки очень нам просто вообще не везет. Вот что я заметил. Угу. Только один всего лишь был. Да нам бы побольше почек. Угу. И досочек. Так, пока что скрафчу веревочки. 8 листочков осталь, потому что листочки тоже нам нужны тут для кровати. Блин, что-то я вообще начал косить жестко. О, дощечка. Еще сейчас одна. Ну, о, все. Так, ну итоге цистерны. И что, может быть, что-нибудь сделать такого? Или... Стоп, а для чего нам нужны дощечки? Для... А, ну для костра вижу. Для удочки. Так, ну у меня, в принципе... Надо рыбу ловить. Удочка есть, а сколько тебе не хватает? Ну там немного, сейчас поймаю. Может быть, картошку поставить жарить? Хоть она не особо много прибавляет, но пусть жарится, в принципе. А, я снова закосячил с этой удочкой. Вот, все. Что-то нам не везет на бочке. Где бочки? Может, мы уже все выловили? Да не, по идее, должны сейчас появиться. Так, пластик я вижу. И деревянная штука. Так, листочечки. О, сразу две. Сразу две, давай. О, четко. Картошку давай посажу. Угу. Так, нужна пресная вода, надо полить ее потом. А, кстати, да. Картофан этот. Так, и заодно водичку, кстати, поставлю, чтобы она у нас жарилась. Или стоп, она уже... А, тут уже готова, да. Тут она уже готова. Тогда сейчас я ее попью и налью новой. Ай, блин, что ж такое-то? Опять я соленой воды случайно глотнул. А что соленая дает? Ну, а соленая, наоборот, короче, убавляет, потому что там соль всякое такое, обезвоживание. И поэтому... У тебя есть копье? Блин. Да. Фига, она просто сразу же с одного укуса зафигачила нашу эту. Ну, видишь, они потому что... Доски. Да, они трепаются, вот тут эти наши плоты, и в итоге... Ну, их можно, наверное, ремонтировать. Но они нас очень уже сильно потрепаны. А как их, кстати, ремонтировать? Ну, я думаю, с помощью молоточка этого там вроде... Нет, только строить. А попробуй него нажать колесико мыши, удержать там или еще что-то там, какая-нибудь менюшка взаимодействия высветится. Можно повернуть, ну короче нету. А, блин, вот это фигово, конечно. Бочка, наконец. А, да, вижу справа. Так, ну короче, листочек. Вон ту канистру. И чё? Думаю, можно уже на этом заканчивать, потому что нам везет с лутом, но будем надеяться, что в следующей серии нам повезет. Обязательно повезет, да, и мы поймаем 20 бочек.
и да. несколько островов облутаем. На этом пора уже прощаться. Хотя не хочется, игра очень крутая, очень затягивает. Да, острова хотелось бы реально полутать прям. Да, я думаю, еще будут у нас острова. Ладно, все, давайте, всем пока-пока-пока. Всем пока.